23-го года. Я снова вышел на сбор грибов, так называемую грибалку. Начинаю я вот здесь вот. Иду вдоль леса до дороги. Потом перехожу на восточную сторону дороги. Вон там лесочек обследую. И потом иду обратно домой. Вон туда. Так, задача 2-3 килограмма набрать. Вчера вечером после рыбалки я набрал где-то кило 800. На ночь в воде оставил. Сегодня переработал. Получилось где-то литровая банка грибов. Надо будет еще поработать. Так, вот такой вот гриб. Такие костянушки. Дарит где-то костянушка. Ну что-то типа того. Так, сейчас я быстренько вот так пробегу вдоль посадочки. Насколько я помню, вот здесь вот грибов почти не бывает. Вон там был один здоровый подосиновик. Недели 2-3 назад. Ладно, сейчас я снимать не буду. Как грибы найду, тогда подключусь. Первые мухоморчики пошли. Так, а вот это у нас... Да, вот он, паутинник желтый. В принципе, гриб съедобный. Четвертой категории, но я его брать не буду. Мне он, честно говоря, редко не понравился. Поэтому я его не беру. Вон еще такой же паутинник, а вон их полно. Смотри. Вот он паутинник, а вот это у нас уже... О, паутинника тут полно редко. Паутинника тут выше крыши, а это у нас... Это у нас уже белый гриб, но он уже перерос. Это вот белый гриб, хороший белый гриб. Этот мы берем. Этот белый гриб мы берем. Вон паутинника желтого полно. Он опять переросший белый гриб. Опять паутинник. И вот у нас какие-то грибочки. Не знаю, что это за грибы. Я их не беру. Так, это у нас кто? Это тоже белый гриб, но он тоже, по-моему, старый уже. Это тоже старый. Тут хороший свежий, как я делал. Вот это сейчас возьму. Переспевший. Вот тут белых грибов, в принципе, полно, но они с ним какие-то старые. И рядом с ними паутинник. И мухомор тут же. Не отходя, как... Ладно, я собираю. Вот это вот черушка, по-моему, да? Да. Это похоже на черушку. Говорят, ее можно засаживать, но что-то я не рискну. Вон опять здоровый белый гриб. Тоже переспевший. Тоже переспевший рюкзак. Ладно, сейчас похожу, собираю белые грибы, пособираю.
Но они все уже старые, тут один только хороший. Да, наверное, только один будет хороший. Эти все переросли, уже переростов, это один мой зритель говорил. Ладно, сейчас пособираю, почищу, посмотрю, что с ними делать. Это что у нас? Да, это у нас...